нами во все время, когда бы бывало обращался с нами Господь Иисус. Пасха, ну это самый главный праздник. Это встреча с Богом. На душе от этого праздника светло становится. Это победа Христа над смертью. Это радость, это счастье, это новая жизнь, цивилизация жизни, а не смерти. Поэтому мы должны и ее провозглашать, жизнь. Завтра кулич порежем, побьемся яичками. Вот молодой человек у нас в хоре сегодня будет петь. Для меня это семейный праздник. У меня, ну, традиция была, что мы ставим на подоконник, мы в деревне жили, на подоконник куличик, яички, чтобы первое солнце это их осветило. Ну, радость, не знаю. Праздник в доме. Куличи стряпаем, яйца красим, садимся все вместе, кушаем за стол. Чтобы о хорошем думать, о светлом. Прекрасный, светлый праздник для меня. Эмоции тут только любовь, как и любовь Господа нашего Иисуса Христа, который отдал жизнь свою за нас. Рождение новой жизни. Наверное, Божественные. Про эмоции, как бы, наверное, самые светлые. Они раз в год происходят, наверное. Поэтому мы здесь. Это самый главный праздник в церкви. Это возрождение все-таки мира. Ну, наверное, праздник мира. Мир же всегда важен. Христос, взявший грехи наши все, распят был, подал себя. Распят. Умер, воскрес и нас бережет. Счастья всем, любви Божией, братской, сестринской. И да будет так во веки веков. Спаси, Господи. Христос воскрес. Аминь.